Все время хочется ногой голову почесать. Видимо, в собаку на охоте попали. Да! А сейчас ради денег еще хочешь еду сделаю. Вы эти комиссаровские пельмени видели? Моя семья. А семью его кто-нибудь видел? Ну, еще вопросы будут? Мне это открытие многое объясняет. А я смотрю, что-то Люська со мной такая ласковая. Каждый день обеды, причем все с говядиной, с говядиной. Я только не пойму, это чтобы потом доить меня как корову? Или чтобы рога наставлять? Ну, вообще, конечно, я сам виноват. Не, ну раньше все нормально было. Но тут как-то вечером дома романтический ужин устроили. При свечах, еду заказали из японского ресторана. Поел я черепахового супа, в ванну пошел. В общем, пока я после этого супа обратно из ванны до кровати дополз, Люська уже на работу ушла. Не, я потом пробовал себя реабилитировать, вырасти в ее глазах. Даже рагу из кролика ел. Кролики же ужас какие плодовитые, вы знаете. Но, к сожалению, выросли только уши. Думаю, она теперь с кем-то из моих корешей крутит. Только вот с кем? Серега для этого дела никакой. У него только выпить на уме. Мы как-то выпивали, сидели. Я говорю, ты знаешь, что человек – это то, что он ест. А он мне руку протягивает и говорит, да, очень приятно познакомиться, Джелка. Погоди, если действительно человек это то, что он ест, эта теория все ставит на свои места. И то, что Степан не умел плавать.